приехала очередная посылочка с AliExpress. Вот такой вот дуйчик. Я уже покупал себе один из самых недорогих. Есть у меня видео на канале. Где-то сейчас там выскочит, может быть, подсказка. И вы сможете посмотреть, если захотите. А если не захотите, то не посмотрите. Кстати, хотел сразу же попросить, пожалуйста, подпишитесь на канал. По статистике 98% людей, которые смотрят наши видео, не подписаны на наш канал. Обидно. Значит, вот такой вот дуйчик. Он значительно массивнее и больше предыдущего. Для сравнения сейчас покажу. Здесь у него есть фонарик. И что самое ценное в этом дуйчике, то что у него есть батарея на 15000 мАч. Что самое ценное в этом устройстве. Ради чего, в общем-то, я его и приобретал. Поэтому такая красота. Плюс здесь шли в подарок. Не смог я отказаться. Можно было выбрать без подарка. Я, естественно, халяву не обминул и заказал себе с подарком. Вот такие вот кисточки. Понятное дело, что они все такие. Ну, хотя, в принципе, более-менее пластик такой крепкий, не то что разваливается прямо в руках. Ну, естественно, время покажет, что из себя они представляют. Кабель такой простенький. Тут уже Type-C разъем для зарядки. В предыдущем дуйчике был microUSB. Две насадки, причем удобно, они хранятся вот прям непосредственно на устройстве. То есть одна одевается, вторая внизу, и можно их менять местами. Две клавиши. Одна — это фонарик. Фонарик не сильно яркий, наверное, но в принципе он будет уместен. Есть инструкция на английском языке. В принципе, я уже разобрался. Там написано, как пользоваться. Потому что здесь есть нюансы. Здесь есть верхняя кнопка. Это управление работой дуйчика этого. Кстати, тут написано Brush Type A Duster. Не знаю, как это, короче, переводится. Прикольно тут в инструкции, мне понравилось. Модель 201, 5 вольт, 60 ватт, 6000 мАч. Модель 201, 5 вольт, 60 ватт, но уже 15000 мАч. В чем же суть, если модель одна и та же? Это, конечно, они очень сильно приколисты. 4 часа заряжается это, 7 часов это, ну и так далее. Быстренько расскажу, потому что когда его включу, вы меня не услышите, будет очень громко. Значит, верхняя кнопочка нажимаем, и получается, удерживая ее, набирает обороты наш дуйчик. А для того, чтобы выключить, раз-два, нужно два раза нажать. Итак, демонстрирую. Так, вот эта индикация, два индикатора непонятных. И еще даже не обратил ваше внимание, салфеточки. Салфеточки в комплекте для чистки, протирки, чего-то там. Не знаю, на что они годятся. Такой вот вакуумный пакетик. Ну, в общем, что-то... О, вот, прошло боевое крещение дуйчика. Первое падение. Ну, значит... Будем испытывать в боевых условиях. Я покажу. Завтра я как раз буду
на объекте буду чистить много системных блоков, и завтра же его испытаю, и вы увидите это наглядно. Салфеточки самые обычные, тканевые, никакой микрофибры или еще чего-то. Ну, для чего-то, наверное, пригодятся. Вот для сравнения предыдущий дуйчик и вот теперешний. То есть видно, что мощнее двигатель, больше, мощнее ручка, емче батарея. Здесь я не знаю сколько, наверное, ну не буду обманывать, написано, не написано, а написано 8000 миллиампер часов. Ну как-то так, по ощущениям, быстро она довольно-таки разряжается, эта штука. Ну вы видите, как пользуется. Пыль есть, никто ее не вытирает. Поэтому будем пробовать. И щетка тут не такая же, по жесткости такая же, в принципе. Поэтому завтра боевое крещение. 8 системных блоков позади. Не нравится мне, что вот эта вот решетка забивается пылью. То есть получается, он пыль захватывает и пропускает, наверное, через себя. Это не очень хорошо. А так, в общем-то, очень я доволен. В предыдущего, так сказать, поколения дуйчики, которые у нас, вот эта трубка постоянно выпадает, то есть она очень слабо держится. Здесь она плотно вставляется, большего диаметра, и очень довольно-таки неплохо работает. Фонарик пока не использовал, но он такой не очень яркий. Ну, в принципе, подсветить чего-то там тоже сгодится. В общем-то, покупкой я очень-очень доволен. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всем успехов, до новых встреч!